Наступил третий день выборов президента страны. За полдня множество каспичан прибыли на избирательные участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Горожане посетили избирательные участки со своими семьями в рамках всероссийской акции «На выборы всей семьей». Сегодня в данной акции приняли участие начальник управления культуры Мурат Магомедов со своей женой и детьми. Первый заместитель руководителя Федерации бокса Республики Дагестан Достали Гейбатов с сыном и другие. Я хочу сказать, что очень много людей приходят с семьями, с детьми. Мне хочется подчеркнуть, как активно участвуют дети в избирательных кампаниях, в голосовании, как они, им интересно, что за процесс происходит на участке, как это все происходит. Они даже говорят, уговаривают родителей, за кого голосовать, почему именно этот участник, им хочется за него голос отдать. Впервые принять участие в голосовании и отдать свой голос за лучшего кандидата, по их мнению, также прибыла молодежь, достигшая 18 лет в текущем году. Пришел на выборы проголосовать за президента Российской Федерации 2024 года. Я призываю всех, чтобы тоже проголосовали за президента Российской Федерации 2024 года. Кроме того, в дни проведения выборов президента Российской Федерации 2024 на базе избирательных участков продолжается голосование общественных пространств для благоустройства. В этом году представлено 6 объектов муниципалитета. Мы собираем голоса у жителей города Каспийска для благоустройства нашего города. На нашем официальном сайте представляются проекты, которые будут в дальнейшем реализованы. В течение 3 дней жители города приходили и активно участвовали в выборах. Также там были не только молодые люди, но также и пожилые. Стоит подчеркнуть, что на избирательных участках зачастую можно застать веселых горожан, которые стараются украсить голосование танцами и песнями. Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут присутствовать на избирательных участках, выезжает комиссия. Напомним, что сегодня 17 марта – финальный день выборов президента Российской Федерации. Остались считанные часы до завершения выборов президента 2024. Убедительная просьба ко всем горожанам прийти на избирательные участки и отдать свой голос до 20:00 вечера.